Ну, любая игра сейчас полезная в том плане, что не так много осталось времени до Суперкубка и очень много информации, которую мы хотим, чтобы каждая игра для нас давала. Это и понимание наших требований, как ребята это усваивают, как они выполняют это на футбольном поле, и очень полезная информация. Много новых футболистов, которые пришли в команду, поэтому хотелось бы посмотреть, как они усваивают те требования, которые мы им предъявляем. Как оцените игру соперника? Показалось, что выглядели очень свежо футболисты Могилевского Днепра. Футболисты Могилевского Днепра практически остались в том составе, когда в прошлом году они играли в высшей лиге, поэтому остался костяк. Это большой плюс в наших реалиях. Им легче, потому что знают друг друга, вместе играли. Ну и хорошее взаимопонимание, хорошее движение. Соперник понравился. Ну и как оценится, в принципе, готовность нашей команды уже к официальному матчу? Все идет по плану. И надеемся, что 25 февраля в Минске мы будем во всеоружии. Очень хочется завоевать трофей. Не так часто мы участвуем в таких играх.